later? Yes. Well, it's up to you. Okay. Thank you. Because we're going to be here for Thank you. Николая Малинова, который является лидером движения русофилов в Болгарии. Любить в Россию в этих условиях, на Западе, в странах Запада, это очень трудно. Наш образ низвержен, он растоптан, демонизирован, и не только как государство, не только как наша власть, а как народ, как культура. Достоевского и Пушкина вычеркивают из программ, Чайковского запрещается в этой cancel culture упомянуть. И, конечно, люди, которые приехали сюда, они спасают образ России в своих странах, в своих обществах, и спасают образ тех стран, которые не представляют для нас. Человечество тысячелетиями живет в какой-то логике. Я рассматриваю наше движение как отдельный фронт. Фронт, который показывает, что и на Востоке, и на Западе, и на Севере, и на Юге есть силы, народные силы, которые путем народной дипломатии, добром, будут бороться против русофобии.